чтобы суд был здесь. Нет, конечно. Я приглашу. Обыкновенные парни украинские, все ребята служили в основном, срочку служили. Ну, были отдельные у нас экземпляры, конечно, которые добровольно пришли. Ну, Царство Небесное, вечная память. Ну, лично у меня не было выбора, потому что у меня 3 сына, старший только служил, как раз в этот момент служил в Севастополе, как только он уволился, и вот произошло это, Крым, все остальное. Ну, я сразу как бы пришел. Жене, естественно, пришел, сказал, что повестка пришла, но получилось. Ремонтируют насосы. Заехала вчера.